Обучаю игре на Тесле, ребячки. Буцаете вот так шарик. И играете под него по-вкусненькому. Жмете ДДшечку, переключаетесь. И просто улетаете на рез, потому что вам не хватает хпшки. Дальше, дальше. Что вы делаете на Тесле? Берете кризис по Теслочку, чтобы было побыстрее, да? Летите, видите противника. Сразу буц, шарик перед собой и под шаричек. Игра, игра, сразу под шарик. Респите типочка. Дальше, видите, еще типа, еще шарик под него сразу. Буц, 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 буц. Три тыки дали, потом хоп, он убежал, да? А вы ему еще шарик сюда, вкусненький, под мостик. А, под мостиком не залетел шарик, да? Ну, можно и без шарика тоже доработать. Доработать без шарика, доработали без шарика. Так, и теперь газуете вперед. Берете шарик теперь под типочка вкусненького и улетаете на респ. Улетаете на респ. И полетали сразу, сразу по жесткому. Сразу по жестику на врывалову. Вот так вот сразу в накидочку. Опять респите типа, да? У вас уже 10 киллов есть. Когда 10 киллов есть, тогда вы видите, что у вас есть OD. И сразу этот OD летит в реализацию. Пока 10 киллов нету, овердрайв прожимать рано. Да? Теперь что вы делаете? Вы делаете под пуш по респу. Ну и даете шарик, но вас, к сожалению, респит. К сожалению, вас респит. Но ничего страшного, вы не расстраиваетесь. Все-таки у вас еще вся карта впереди, а противник едет к вам. Ага, противник испугался, как только увидел, что я на Тесле. Правильно, я бы и сам испугался бы такого бойца на Тесле. Так, пытается от меня мамонт убежать. Но я на ДАшечке аккуратненько, тихонько еду. И ловлю 4 мины, улетаю на респ. Ну, ничего страшного, главное в этот момент не расстраиваться, потому что вы все-таки на Тесле играете. А Тесла на сегодняшний момент времени это все-таки лучшая пушка в этой игре. И самая сложная, если что, пушка в этой игре, поэтому вы даете шарик. Ну и, к сожалению, улетаете в очередной раз на респ. Но главное, вы даете шарик, да, то есть под шарик играете, уже пойдет движуха вкусненькая. О, стоит на подъемчике Теслочка. Вы даете шарик, она в обратку еще шарик, и вы ее быстренько респите. Это было невероятно сложно, но я все-таки сумел переиграть противника и сумел его слить. Теперь я вижу еще одного бойца, сразу под него даю шарелу. 4 тика раскуриваю. У него появляется овердрайв, поэтому я сразу быстро переключаюсь на ДД, чтобы его побыстрее зареспить. Ой, пульсарчик по двоим. Ой, хорошенький, залетел, но не добил. Не добил двух бойцов. Не добил чуть-чуть, но он... Хороший шарик залетел, хороший. Один из самых сильных шариков только что залетел. Ой, вижу двух противников. Вижу, как они едут. Ой, хороший пульсарчик. Блин, как же сложно было сейчас пульсар выдать на Тесле, но я смог это сделать. Я смог. И Хантера оставил без овердрайва. Но это, если что, что-то из разряда у суперскилла. Это что-то из разряда суперскилла. Теперь я даю шарик напередку. И противник аж умирает. Он просто смотрит на шар и моментально помирает. Даже, ну вот, урон как будто не дошел до него, но... Чел сразу почувствовал, почувствовал, почувствовал этот шарик вкусный. Ой, сразу раскурочка пошла. Ой, хорошенькая, хорошенькая. Еще пульсарчик, есть. И гранатка под типов. Ой, вкусно. И гранатка. Бах! Хорошенькая. Супер, шикарно просто сыграно. Великолепно. Великолепно. Тесла работает. Тесла очень сильно работает. Сразу под этого же викинга даем оудишник. Так, добавкин гранатки ему туда. Ой, чуть-чуть не туда полетела она. И каких-то очень много миночек там было. Каких-то очень много минок там было. Так, у нас 7 минут, мы проигрываем. Но я на Тесле, поэтому мы еще камбэкнем. Мы еще камбэкнем, ребяточки, эту катку. 100%. Камбэк неизбежен. Я на Тесле. Я на Тесле, поэтому мы сегодня на камбэках. Даю шарелу. Ой, какой пульсар вкусный. Какой, как же сильно я сыграл сейчас. Боже ты мой. Боже, это было очень скиллово. Бен, ну очень сложно играть на Тесле, если честно. Просто, ну, потею. Х400 пот. Прям сейчас происходит Х400 пот. Просто потеть заставляет меня эта пушка. Даже на страйкере с дистанционкой так сильно не надо потеть, как надо потеть с Теслой. Все-таки самая сильная пушка и самая сложная пушка в игре на сегодняшний момент времени. Поэтому иногда... приходится очень жестко запотеть. Так, есть два противника на подъеме.
Сразу Тесла на раскурочку. Одного сливаем. Ой, хорошо, он шарик под меня решил дать. Чтобы я сразу рубанул, чтобы рубанул. Ай, чуть-чуть не добил, чуть-чуть не добил. Чуть-чуть не доделал. Чуть-чуть не доделал. Но было очень скиллозависимо сейчас в этом моменте. В этом моментике тут по скиллу чисто пришлось разыграть. Чисто по скиллу пришлось разыгрывать этот момент. Так, даем еще движуху. И улетаем на респ. Улетаем на респ. Файрблейд, здорово, здорово. 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 Так, ну что, что? Еще, еще, еще. Урон, 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 урон. Вы на Тесле, урон. Блин, даже не добил, офигеть. Как я мог не добить? Я же на Тесле. Я на Тесле. Как я не добил? Как? О, вот такую сразу. Ой, вкусняшку какую дал. Какую же я вкусняшку. Ой, с критом еще Теслочка залетела. Хорошенькая. Так, здесь есть Хантера Фризик. Хантера Фризик по-аппетитному разыгрывается. Вот такую шарелочку пускаю под него. И он играет. Он игру делает. Игру делает. Игру делает под шарик. Ой, Викамол отжимается. Ой, хорошо, в голову сразу залетает. Это потому, что я на Тесле. Это потому, что я на Тесле. Если бы на Тесле не был бы, такую бы движуху грязную дать не смог бы. Два пульсара подряд. Очень сложно было, если честно, это реализовать. Но я смог. Я смог, если честно. Ух, хорошо. И в минус. И через шар игру показал бы. С минуса игру через шарик бы сделал бы. Тоже было бы очень сильно. Было бы невероятно сильно, если бы через шарик игру бы сделал. Так, два противника рядом. Пробуем шарик. Ой, хорошо, пульсарчик. Посадил на жопецкий. На жопецкий типа посадил. И рубанул его по-вкусненькому на салатик. На салатик чисто нарезочку сделал ему. Так, ну тут можно уже на пассивных постоять. Все-таки шарик работает. Я стою, пока он работает. Есть аптечка дроповая вкусненькая. Заберем ее, пожалуй. Пожалуй, эту вкусняшку тоже мы возьмем. Так, катка уже почти слитая. Почти слитая каточка. Но мы на Тесле. Мы на Тесле, поэтому нам это не мешает сейчас накидать грязи. Лютой грязи. Накидываем. Еще один шарик. Еще один шарик, еще одна работка. Но меня все равно сливают. 28 киллов. Блин, как же сложно играть на Тесле. Как же сложно играть на Тесле. Я просто в шоке. За 10 минут... 28 киллов на здоровой карте. Сразу видно, карта, ну, тяжелая, поэтому на Тесле не, ну, не работает. Тут как бы, ну, вообще никак не работает Теслочка моя. Ой, хорошо, пульсарчик вкусный. Вкусный пульсарчик. И сейчас еще удишку. Ай, удишечку не успел сделать. Было бы супер вкусно, если бы еще бы дал бы оуди. Маленькая танкоиновая рулетка. Но, к сожалению, не дал. Но бомбочка.